31 августа 2021 года, город Кибули, Грузия. Сегодняшний ролик будет посвящен вчерашнему дню, тому, как я возвращался с озера Шаури домой. И там покажу ночной Кибули также. Сегодня жара чуть-чуть спала, но я решил отдыхать. Но есть кое-какие дела еще по хозяйству. Так что сегодня вчерашний материал. Иду с рыбалки Шаурского водохранилища. Попутка что-то не ловится. Поэтому иду пешком пока. И вот попал в зону облачности. Вот облака прут через перевал. Через 5 минут буду на перевале. Вот в той стороне водохранилище Шаурское. А вот там, откуда облака, там перевал. Перевал врачу. Ну и потом вниз Кибули. В общем, пока шлепаю пешком. Там может кто-то подберет. Немного решил сократить свой путь, дорожку. Иду вот по такой трубе. В облаках, как ежик в тумане. Ну, куда эта труба идет, вы, наверное, догадались. Не буду раскрывать секретов. Продолжаю движение и немного ночного Кибули. Это конечная остановка автобуса номер 1. Прямо по курсу ресторан. Ну вот уже приближаюсь поближе к центру. Здесь у нас здание пожарной охраны. Вот она, кибуйская пожарка. Все на чеку. Полиция. Справа театр кибуйский. Ну, приближаюсь к центральной площади. Никогда не снимал речку ночью. Вот. Здесь уложили уже тротуарную плитку. С одной стороны. Время 9 часов вечера, но магазин еще работает. И вот тут фрукты, овощи какие-то продают. А вот слева будет рынок. Слева во дворе рынок. Ну, это вот район центрального Кибули. Вот площадь здесь. И тут же магазин, рынок. В общем, все рядом.
и рядом в двух шагах. Это район возле церкви. Магазин в двух шагах. Церквушка. Сейчас зайду в парк. Ну, скорее это скверик. Ну, вот тут фонарики горят. Фонтан сделан, но не работает. Надо будет посоветовать моему соседу, чтобы он поговорил с мэром. В конце концов, тут должна брызгать вода. Ну, тут молодежь и концентрируется в этом месте. Ну, это плавательный бассейн подсвечен. Бывший кинотеатр Шаори. Ну и на этом, наверное, все с вечерним Кибули, с ночным. Ну еще вот спортпалас подсвеченный. Это варится результат моей рыбалки. Где-то полведра, наверное, карасей. Вот теперь буду поедать пару дней.